Мой рабочий день всегда начинается с обхода объекта. И во время обхода я обнаружил, что вот это здесь, в общественном туалете, монетоприемник был сломан. Я тут же позвонил в полицию и пригласил ребят, которые должны расследовать, почему, кто сломал и что сделали. Большущая просьба к жителям нашего города. Относитесь к парку с уважением.